найдорожча людина в світі. Вона ніжна, тендітна, іноді сувора та завжди справедлива. Вона – мама. В нашій програмі ми допомагаємо дітям сказати спасибі найріднішій у світі людині. Ви дивитесь найсвітліше і найзворушливіше шоу «Все для мами», в якому діти виконують заповітні мрії своїх матусь. Серія вибухів пролунала сьогодні у Дніпропетровську. Перший стався близько 11:40 на зупинці трамваю на вулиці Сирова. Все назад! В Дніпропетровську були взриви прошлой весной, и мама оказалась на месте событий. Она, просто не раздумывая, кинулась помогать людям. Одна женщина с рваной раной голени. Она срывала на себе одежду, чтобы сделать из нее бинты. Осколок от урны попал ей в ногу, и с тех пор нога действительно болит, она хромает. И у нее просто, она настолько поглощена своей работой, что у нее нету даже времени просто дойти до больницы. Моя мама – простой врач, акушер-гинеколог. Ее пациенты – это ее жизнь. И она настолько вот их любит, настолько за них, у нее душа за них болит. Она фактически живет работой. То, что она лечит бесплодие, это вот то, чему я поклоняюсь. Она все для меня. Она мой пример, она моя подруга. Она моя семья. Она мой идеал человека. Но мне очень сложно пытаться подражать ей, потому что это очень высокий идеал. Я хочу, чтобы она увидела на самом деле, что она делает, как благодарные люди, которым она помогла обрести свое маленькое счастье, родить детей, чтобы она поняла, какую миссию она несет в этом мире. Я решила снять для нее фильм, где люди выражают ей свою благодарность за то, что она есть в их жизни, за то, что она для них сделала. Чим закінчиться сюрприз, що розпочався зі зйомок фільму? Те, що я узнала, треба було знати раніше. Просто хотілося б попросити у неї прощення. На яку авантюру наважиться Олена? Я зараз потеряю сознання. Не треба нічого теряти. Та які відкриття чекають на героїв? Я зараз осознаю, що я, мабуть, для неї зробила менше, ніж вона для мене. Хоча я її дуже люблю. Усе життя мама виховувала Олену одна. Усіляко оберігала її та робила усе, аби у доньки було все необхідне. Сьогодні Олені 20. Вона – майбутній журналіст. За все, що дівчина має, вона безмежно вдячна своїй найріднішій людині. Спасибо мамі за те, що вона мені ростить одна, за те, що не боїться нічого. І, несмотря ні на що, ми з нею вдвоєм, вместе, ми все преодолеємо. Зйомки фільму Олена розпочинає з лікарні, адже медицині Інеса Вікторівна присвятила більшу частину свого життя. За легендою, дівчина знімає свою курсову роботу. Чому саме Інеса Вікторівна? Вже спеціаліст в цій сфері. Вона дуже ніжна, добра. Інесса Вікторівна – звичайний акушер-гінеколог. За 15 років лікарської практики вона відмовила від абортів тисячі жінок. Мы не имеем права решать, кому жить, а кому не жить. Мы не имеем права распоряжаться жизнями человеческими. Ничего нет отвратительнее, чем аборт. Завдяки Інесі Вікторівні на світ з'явилося більше 5000 малюків. Життя дитини вона ставить понад усе. Усіляко наслідуючи принципи одного з найвидатніших дитячих лікарів світу Леоніда Рошаля. Это огромный профессионал своего дела, очень уважаемый человек. Это человек, к которому мама тянется, с которого берет пример. Она посвящает своим больным, своим пациентам большую часть своего времени. Ведь она лечит бесплодие, ведет роды и беременность у тех, на ком уже просто поставили крест. Стати лікарем Інесса Вікторівна мріяла ще з дитинства. Однак вступити до медичного з першої спроби не вдалося. Тож вона вступила до будівельної академії. Помните, як ви вперше познайомилися? Строїтельної академії. Много-много років тому ко мені навстречу біжала дівчинка, підійшла до мене і сказала: «Здрасте, будемо дружити». З цього моменту наші судьби переплелись.
Отримавши диплом спеціаліста з вентиляційних систем, жінка не залишає мрію стати лікарем і влаштовується на роботу до лікарні завгоспом. І лише згодом вступає до медичного. З того часу медицина для Інеси Вікторівни стає справою всього життя. Таку палку пристрасть до професії можна порівняти лише зі щирим коханням до чоловіка. Та чи були такі сильні почуття у житті Олениної мами? Мне бы очень хотелось узнать о том, какая мама была, когда любила, горели ли у нее глаза. Під час съемок Олена дізналася чимало про життя своєї мами. Та відповідь на головне питання вона почує лише від найближчої маминої подруги. Ты уже взрослая, да, я могу тебе более откровенно рассказывать, наверное, чем ребенку. Например, я знаю о твоем отце. Они познакомились в поезде, любили друг друга, и они долгое время встречались. Я была свидетелем самой большой любви в ее жизни. Она везде пыталась его окружить любовью, заботой. Мама о нем... Нет, она не часто о нем вспоминает. Я его видела в последний раз, когда была очень-очень маленькой. И практически ничего не помню об этом. Я думаю, она просто не хотела на этом как-то внимание акцентировать, что у меня нету папы, что мы как бы у нас маленькая семья. Ну, она, наверное, тебе не рассказывает тех подробностей, да, которые обычно рассказывают подругам. Он был женат, как это не прискорбно, но... Сьогодні Олена вперше почула правду про стосунки своїх батьків. Раніше мама ніколи не розповідала про те, що у батька була інша сім'я. І що вона просто відступилася, не стала руйнувати його родину. Інна пішла своєю дорогою. Чоловік залишився в сім'ї. З того моменту вона гостила тебе, в общем-то, одна, по большому счету, да, так сложилось, тому що мама Інни, вона умерла скоропостижно. Не с кем было посоветоваться. Иногда мне казалось, что она чересчур меня оберегает, хочет оградить от всего, что она просто мне закрывает жизнь, душит меня. Ну, ее ломала жизнь, ломала, но она ее не сломала, не сломает никогда. На самом деле, ну, просто я вела себя как дурочка, которая не хотела видеть, ну, что она меня любит. Спонсор програми «Наш СІК» – родом з дитинства. Події з минулого настільки зачепили почуття Олени, що дівчина зрозуміла – подарувати мамі сам лише фільм буде замало. Вона всю життя була одна, тільки зі мною. Закрилася від людей, вона терпіла мужчин, які за нею ухажували. Как маму она себя проявляет, как профессионал она себя тоже проявляет, а вот как женщина она... Нет, она забывает о себе, как о женщине. Возможно, она просто боится снова полюбить, боится снова разочароваться. Она всю свою душу отдает пациентам, и у нее просто эмоций уже не хватает. Я хочу, чтобы она вспомнила, что она не только прекрасный специалист, который помогает людям, но что она прежде всего женщина и очень красивая женщина. Я решила устроить для нее фотосессию, чтобы она увидела, какая она со стороны, какая она есть. Мама часто бегает от фотографий, от фотоаппарата. Показать ей, как у нее глаза горят, чтобы она вылезла из своей скорлупы и увидела, что на самом деле она просто великолепна. Если долго-долго-долго, если долго по тропинке, если долго по... Наш СІК – родом з дитинства. Зустрівшись із фотографом, дівчина ставить йому складне завдання. Мама у мене завжди такий боєць, сандалії, піку в руки і пішла на образури. А мені хочеться наоборот, чогось м'якого, ніжного. Я зрозумів вашу задачу. Коли до мене звернулися з такою просьбою, я навіть не представляв собі, як це можна буде зробити. Зробимо так, що всі асистенти... Вплоть до визажиста будут у нас мужчины. Каждый будет ухаживать, говорить ей комплименты. Ну, заставить ее поверить в это, чтобы она поняла, что она может быть красивой. Щире прохання Олени зачепило й особисті почуття фотографа. Чоловік погодився допомогти безкоштовно, адже влаштувати таке свято своїй найближчій людині йому, на жаль, не вдасться. Тяжело, ну, мама умерла недавно. Спонсор програми «Наш СІК» – родом з дитинства.
Наразі Олена має вигадати привід, як заманити маму до фотостудії. Для цього дівчина звертається до журналістки місцевої газети, з якою Інесса Вікторівна товаришує багато років. Алло, Оля, здравствуйте. Это Лена. Я уже пришла, я жду вас во дворе. Ну, мне с вами поговорить нужно. Я же вам звонила. Когда я звонила Оле Юдина, я понимала, что человек не просто занятой, это человек, у которого практически нету времени. И у меня просто нету выхода. Это человек, которому мама верит, человек, которого мама любит, которого мама никогда не подведет. У меня возникла идея сказать ей, что якобы пишется интервью о ней, и потом нужна будет фотография. Ты ходишь в фотосессию, у нас газета черно-белая. Это проблема. Я вот думаю, у меня есть девочка знакомая, она как раз в глянцевом издании работает, и они к таким вот материалам делают и фотосессию. Ну что, давайте попробуем позвонить. Я просто не уверена, что она согласится. Ты же знаешь твою маму. Не, ну я скажет, думаю... нет времени, она все время занята. Я не знала, сможет ли Оля сыграть так, чтобы убедить мою маму. Все, я звоню. Алло, Инесса Викторовна. Мне позвонила моя знакомая журналистка из Киева, девочка. Я вам просто много ей о вас рассказывала. Она загорелась идеей записать с вами интервью. Это возможно? Пожалуйста. Сердце колотится по лезвию ножа. Мне казалось, что в любой момент и все. Все просто накроется. Ой, ты меня так застала как-то. Я тебе потом расскажу. Надо. Смотрите, я дам ей ваш номер телефона. Хорошо. Все, спасибо, обнимаю вас. До свидания. Сижу. Слишком замечательно, мы боялись. Согласилась. Когда я поняла, что она согласна на всю эту аферу, было просто море восторга, но в то же время, как это вообще все будет происходить, я себе не представляла. Інтерв'ю призначено на той самий вечір в улюбленому маминому кафе. Щоб проконтролювати ситуацію, Олена теж напрошується на зустріч. Крім того, дівчина заздалегідь приходить у зазначене місце, аби підготувати журналіста, який братиме інтерв'ю. Мама ще не знає, але я з нею участвую в проєкті «Все для мами», і мені потрібно її заманити на фотосесію. От этой фотосессии, в принципе, зависит вот все, что я задумала. Конечно, очень переживаю, сомневаюсь, что вообще эта вся афера прокатит. В классе 10-11 я дала себе слово, что я маме никогда врать не буду. Но за это время я этот свой обет нарушила, я не знаю, сколько раз. Поскольку это все делается для мамы, я думаю, она нас всех простит за то, что мы обманом втянули ее в такое дело. Что лучше всего спросить у нее? Наверное, о людях, которые спасают жизни. Чего не обещаю, но очень-очень буду стараться вам помочь. До інтерв'ю залишаються лічені хвилини. Тривають останні приготування. Журналіст отримує рекомендації, знімальна група ховає мікрофони і встановлює приховану камеру. Мама вже на порозі. Якщо довга-довга-довга, якщо довга по тропинці, якщо довга по... Наш сік родом з дитинства. Сейчас, минуточку. Угу. Нас там рожают. Господи. Ну, постараемся быстренько и кратенько. Я ехала в такси, она мне позвонила, что ее отошли. Женщина рожает. Ей срочно нужно в роддом. Я бы уже отменила интервью, это вам повезло. Света, не суетись спокойно, ты мне скажи, воды светлые? Света, не суетись, я тебя прошу. И вы заедете за мной, вместе поедем в роддом. Все, они за мной заедут. Сколько у нас времени? 15 минут, полчаса есть. Интервью лично для меня проходило напряженно. Мне кажется, раз это видео. З перших хвилин зустрічі у мами виникають підозри. Не знаю, мені дуже багато говорять, що я на кого-то похожа. Знаєш, на кого Іра похожа? На Катину подругу Іру теж, яка свідетельниця на свадьбі. Да. Так, вот. Я теж думаю, на кого ви? Я сиділа як на іголках, мені казалось, що мама бачить і мікрофон, і камеру, і все на світі. Що? Нічого. Она едва не заметила на мне кусочек бинта, к которому был привязан микрофон. Ты что, поранилась?
Где тебя носило? Мне пришлось врать, что споткнулась. Дома посмотришь, все нормально. Ты меня не пугай. Уже за 10 хвилин мама мусить їхати в лікарню, а інтерв'ю й досі не розпочалося. Іра, що ви там з солью придумали? Мені нічого. Я просто обратилась. Зараз готуємо блог о людях, які, я вам вже говорила, спасають життя людей. Я б просто вам все сама написала. Ні, не треба мені писати. Мені потрібно кратенько, як ви прийшли до цієї професії. Вийшлося так, що я дуже рано закінчила школу. Школу закінчила в 14-літньому віці. Я врачом хотіла бути завжди. Здається, мама не запідозрила, що інтерв'ю не справжнє. Залишилося найважливіше. Єдина просьба, що в мене буде, потрібні фотографії під це все діло. Вот. Ну, и... ты отсканируешь? Нет, не отсканируешь. Да. Это была бледная, зеленая. Статья идет на обложку. Мне надо поместить всех своих главных героев. Тем более на обложку. Вот. Я не фотогеничная. Нет. Я не пойду. Вот. Я не хочу. Мама категорично відмовляється від фотосесії, а часу на умовляння немає, адже на Інесу Вікторівну вже давно чекають у лікарні. В этот момент, ну, я говорю, я не понимала, что я чувствую. Я не чувствовала ничего. У меня земля вот ушла из-под ног. Я только глазами пыталась найти хоть за что-то зацепиться, чтобы просто ее удержать хотя бы немного на месте. Провал полный. Спонсор програми «Наш Сік». Родом з дитинства. Олена готує сюрприз для мами. Про свою найріднішу людину вона знімає фільм. Неочікувано дівчина відкриває таємниці маминого життя, які наштовхують її на нову ідею. Я хочу, щоб вона поняла, наскільки вона красива. Хочу заставити її знову бути собою. І мені потрібно її заманити на фотосесію. Та чи зможе Олена втілити її у життя? В итоге все уговоры закончились скандалом, слезами. Який сюрприз чекає на маму? Я думала, что она связалась с человеком, которого я долгие годы любила. Та чи буде це для неї приємною несподіванкою? Я сейчас потеряю сознание. Не надо ничего терять. Если долго-долго-долго, если долго по тропинке, если долго по... Наш Сік. Родом з дитинства. Підготовка сюрпризів триває. Настав час втілити найпотаємніше мамине бажання. Є один мужчина, которого вона боготворить, можна сказати. Этого чоловіка мама безмірно уважає, вона рівняється на нього. Всесвітньо відомий лікар, професор, дитячий хірург, президент Національної медичної палати та голова Міжнародного фонду допомоги дітям Леонід Рошаль. Визнаний дитячим лікарем світу, нагороджений десятками орденів, титулів та відзнак, володар премії «Голуб миру». Алло. Алло, здравствуйте. А з ким я говорю? А куди ви дзвоните? В прес-секретаріат господина Рошаля. Зробивши кілька дзвінків, Олена знайшла телефон секретаря Леоніда Михайловича. Вона займається лікуванням безплоддя, допомагає дуже багатьом сім'ям, і для неї було б дуже великим щастям пообщатися з ним. Леонід Михайлович, я вважаю, що це офіційне письмо. Ми його розглянемо, я постараюся вам передати Леоніду Михайловичу, як тільки. Не зволікаючи ні хвилини, Олена починає писати листа. Это человек очень высокого уровня. Мне очень страшно и трепетно пытаться вообще с ним поговорить и связаться. Но часто именно на просьбы детей, которые что-то делают для своих матерей, действительно реагируют. Олена розуміє, що відповідь вона може й не отримати, тому відчайдушно намагається втілити ідею з фотосесії. В итоге все уговоры закончились скандалом, слезами. Она сказала, что он никуда не едет. До останньої секунди мамин прихід залишається під питанням. Мама сказала, що вона їй 300 років не треба, але вона туди поїде, мабуть, тільки тому, що це Оля попросила. Заходіть, це мої асистенти. Проходіть, Андрій, проходіть сюди.
Ехала сюда с ужасным настроением. Все, что ей хотелось, это сесть в уголок, сфотографироваться на паспорт и уехать по-быстренькому. Я просто не понимаю. Я им предложила свои фотографии. Ну, я взяла черненькую кофточку. Ага. На всякий случай. Щоб не привертати зайвої уваги мами, знімальна група веде відеоспостереження під прикриттям. Было сомнение, что она все-таки на каком-то этапе нас раскроет. Отже, таємна операція розпочинається у гримерні. Там присутній наш спецагент. Він же асистент фотографа, який буцімто фільмує процес фотозйомки. Боже, какая прелесть, так? В кіно. Я запомнила ее фразу. Стиліст-мужчина, как в фільмах. Это ее подкупило полностью. Она сразу расслабилась. Сейчас мы немножко вам форму бровей подправим. Брови у вас останутся. Нет, это рефлекторно. Да, здесь идет вторая ветка краничного отдела. Она иннервирует брови и слизистую носа. Она врач. Я подумал, что мне придется ее сейчас уговаривать на какие-то подвиги, да, в макияже. Она неожиданно вошла во все эти образы, которые мы подготовили. Брови пощипали немножко. К фильму «Шрек». Это человек, который воспринимает хорошо шутку. І сама вміє шутити. Та жарти припинилися. Щойно мова зайшла про підібрані стилістом сукні. Я в нього не влізу. Лен, покажи мені це біленьке платочко. Я швидше наряжусь в байкерську косуху, ніж дамське плаття. Ну, не любить вона плаття. Хоча мені і в плаття хотілося нарядити. Косуха, цей неформальний стиль, він їй ближче. Чоловікам таки вдалося переконати маму, що правда за однієї умови. Сережа, самое главное, чтобы я в нем не подошла к зеркалу. Нет. В студии зеркал нет. Зірковий час мами настав. Софіти увімкнено, камера в очікуванні. А не торопитесь, я вас... Ну могу я подурачиться, я уже успокоилась, освоилась. В работе мне больше всего понравилось это, конечно, ее задор. Если можно, лицо мое, а тело отмонтировать чье-нибудь, я согласна. И такие, и эмоции такие. Я такого никогда не видела. Я просто не то, что не видела. Я не могла понять вообще, почему мама так легко согласилась фотографироваться. Тут мама от камеры бегает, причем бегает даже когда она при полном параде. А тут фактически в незнакомом месте. Она начала кокетничать, она начала позировать, хохотать. Хорошо. Мама разошлась. Фотографу удалось раскрыть маму, потому что он мужчина, он такой мягкий, деликатный. Вот ему хотелось открыться. Косуху ж мы привезли. Вы что, все правда? Да. Я подозревала, что моя мама любит байкеров. Но когда она надела косуху, я поняла, что она для них создана. Отлично. Да ну, ребят. Да что, прикольно, да? Вот это козырный был. Мне мотоцикла не хватало. Мне хотелось сразу ее одеть. Если вы там подглядывали, вы же видели, с каким удовольствием я ее одевала, как я в нее затягивалась. Я даже не могу объяснить, почему мне это нравится. Так, а теперь образ уже такой байкерши, да. А, да, да, вот же, коза, коза, коза. Вот, отлично. Еще. Боже, я уже боюсь. Я уже боюсь. Ну, поверьте, это было очень эмоционально. У меня даже мурашки шли по спине. Как оказалось, моя мама очень любит фотографироваться. Получилось то, чего я хотела. У нее загорелись глаза, она увидела себя женщиной. Виявилось, фотосессия – это найпростіше, что чекало на Олену. Попереду складний відбір світлин. Вот, вот, назад, вот это. Вот это. Вот это? Вот это хорошая фотография, кстати. Нет. Нет, нет, нет. А ну назад,
фотографии море. Такие улыбки у мамы я вижу очень редко. Выберем 6 штук, и будет все отлично. Задум з фотосесією виявився настільки вдалим, що Олена вирішує організувати для мами справжнє свято, де презентує фільм і виставку маминих портретів. Для цього Олена планує орендувати один із найкращих закладів міста, залучивши до хитрого плану ще й маминих друзів. Спонсор програми «Наш Сік». Родом з дитинства. Ранок найважливішого дня зустрічає Олену дощем. Дівчина прямує до фотостудії, щоб проконтролювати друк маминих портретів. Невероятна красота. Можемо відправляти на печать? Так. Да. Ще би. Печати. Вже кусок руки не бачимо. Вже глаз видно. Напечатали глаза, я так ощущаю, що на мене смотрять. Та друк – це лише перший етап підготовки. Далі, щоб закріпити зображення, світлини ретельно покривають лаком. А він, як виявилось, сохне не одну годину. Важливість буде більша. Тобто, відповідно, процес сушки займе время більше. Дощ викликав неабиякі проблеми. Якщо світлини не висохнуть, вся робота буде марною. Аби не гаяти часу, дівчина вирушає до ресторану. Як мені фотографії взагалі вести? Влажність огромна, фотографії будуть сохнути довго. Я взагалі не впевнена, що вони навіть висохнуть. Якщо довго, 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 якщо довго по тропинці, наш сік родом з дитинства. На щастя, дощ закінчився, тож фотовиставку, можливо, вдасться врятувати. Підготовка до свята триває. Прикрасити залу і встановити мольберти Олені допомагають її найближчі друзі. До початку свята лишаються лічені хвилини, а портретів і досі немає. Олена у розпачі. А як у виставки взагалі йде речі, якщо холстів немає? У них щось потекло, щось зламалось, але мені взагалі на це пофіг, просто мені дуже сильно спортили вечір. Я не знаю, у мене просто ще сльози на глазах, я не знаю, що мені робити буквально, мені просто плакати хочеться. Олена настільки засмучена, що навіть не помічає, коли з'являються картини. Мамі потрібно зробити приємно, несмотря на те, що... Світлини на місці. Час зібратися. Адже мама вже на порозі. Жінка ні про що не здогадується. Донька запросила її на виставку картин відомого художника. Свято, до якого Олена так довго готувалася, розпочнеться вже за мить. Затамувавши подих, дівчина заводить маму до ресторану. Вона виставка. Я нічого не поняла. Йдемо, мамуль. Я дуже удивилась. Я бачу, що там знаходяться всі мої знайомі. Люди, які друг друга не знають. Що ви устроїли? Та нічого ми не устроїли, успокойся. Схоже, на такий розвиток подій мама зовсім не очікувала. У мене було просто состояние ступор. Я зараз потеряю сознание. Не треба нічого теряти. Все хорошо. Мне главное, чтобы она не упала и не отключилась, и не потеряла сознание. Только думала о том, лишь бы мама с места не сорвалась и не побежала за мной. Спонсор программы «Наш СИК». Родом с дитинства. Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня вашему вниманию будут представлены 6 эксклюзивных фоторабот, аналогов которым в Украине просто не существует, которая изображает женщину во всех ее ипостасиях. Дамы и господа, выставку, посвященную потрясающему доктору и самой любимой маме на планете Земля, объявляю открытой! Ура! Я не поняла, что это я сразу, потому что я вижу произведение искусства, и я вижу красивую женщину. Слушайте, с ума сойти, это я? Скажите, друзья, это я, да? Я похожа? Конечно. Дорогая мамочка, я тебя безумно люблю. Посмотри вокруг, это все для тебя. Ты моя мама, и это самое лучшее, что случилось в моей жизни. Ты стала участницей программы «Все для мамы». Это все для тебя, мамулечка. Такого праздника у меня в жизни не было давно. У меня просто не хватает слов. То есть я нахожусь в состоянии шока. Во время подготовки программы
Я связалась со многими людьми, которые тебе благодарны. Эта благодарность вылилась в целый фильм, который я хочу тебе показать. Инесса Викторовна, не страшно ничего. Если рожают ее девочки, которых она ведет, ее беременные, она готова в любой момент прилететь на помощь. Сначала она увидела меня, потом мама, а потом бабушка. Ну, раз так пошло, то тетю Инну я первый раз в своей жизни описывал. Потому что, когда я появился на свет, она меня взяла на руки, и я понял, что надо отметиться в ее жизни. Спасибо ей огромное за мою внучечку. Она мне помогла в самых главных моментах. Это мои дети. И за это я ей очень благодарна всю жизнь. Мы с мужем уже были вместе 7 лет. И, к сожалению, у нас не получалось никак назвать нашу семью настоящей семьей. Где мы только не были, в каких клиниках, нам результат говорили 50 на 50. И Инесса Викторовна говорит... Когда ты будешь ложиться с мужем в постели, заниматься любовью, тогда у вас будут дети, а не ложиться и думать, хоть бы получилось. Да? С помощью моей дорогой любимой Инночки у нас появился сын Михаил. Когда вот он появился на свет, и первый раз в жизни я его увидел, и я понял, что я его люблю. Я всю жизнь буду благодарна. У меня двое прекрасных детей. У меня две беременности подряд. Это счастье просто. Я счастливая мама. Мои детки – это моя жизнь. Мы ждем появления на свет Никиты. Что самое интересное, близкие иногда не помнят день рождения детей. А она помнит. Я мало встречала таких врачей, это честно. Можно я скажу стихами? С неба звездочка упала. На земле Инессой стала. И с тех пор горит звезда, освещая города. Так сияй, Инесса, ярче, освещая Млечный Путь, одаряя всех нас счастьем, ты сама счастливей будь. Будь красивой, молодой, если надо, будь ты сильной. Ну а мы всегда с тобой. Спасибо, мои хорошие. Ну, заговорщики. Все молчали, никто мне ничего не сказал. Під час зйомок програми завдяки Інесі Вікторівні на світ з'явилося ще одне немовля. Мальчик Никита, которого так ждали, он уже родился. Инна приняла еще и внука. Мы счастливы. Вначале мне было жутко страшно, тряслись руки, я нервничала, мне казалось, что я сейчас собьюсь. Я увидела маму, мама на глаза, она начала плакать, и все, меня просто понесло. Хотелось говорить. Вот. Мама навіть не підозрює, який сюрприз на неї очікує далі. Спонсор програми «Наш СІК». Родом з дитинства. Но это еще не все. Я знаю, что у тебя есть еще одна мечта. Это мужчина, на которого ты всегда равнялась, чьим идеалам следовала, с кого пример брала и на кого хотела быть похожей. Отримавши листа від Олени, Леонід Рошаль не зміг проігнорувати прохання дівчини. Історія Інесси Вікторівни настільки розчулила лікаря, що він записав для неї особисте відеозвернення. Дорогі друзі, совершенно неожиданно для меня. Меня просили рассказать о человеке, которого я сегодня утром даже не знал. И когда я сейчас узнал, что речь идет просто о нормальном докторе, незаслуженно, не герой труда, а вот просто о нормальном докторе, который каждый день приходит на работу, одевает халат. Это очень квалифицированный человек. Это принципиальный человек. Это человек, на которого не было никогда жалоб. Это человек, который умеет доказывать свою правоту. Инесса Викторовна, я желаю вам удовлетворения от жизни, в семье, в работе. Если окажется оказия, и вы будете в Москве, у нас будут проходить конференции, какие-то съезды, мы будем рады вас пригласить. Самого доброго и здоровья. Это самый известный доктор, детский доктор на планете Земля. И вы
еще называют доктор мира. Это человек, который спас не одну человеческую жизнь. Он предлагал себя террористам всех мастей для того, чтобы убрать из зон террористического бедствия детей и матерей. На него равняются все врачи мира. Я, честно говоря, не ожидала. Я не знаю, кого благодарить. Конечно, я. Конечно, Лина. И того, кого ты родила. Вот запомни это чувство, мамочка, когда ты ранимая, нежная, чувственная. Цени свой труд, цени себя. Дочечка, я в шоке. Я не ожидала. Я настолько погружена в свою работу. Я сейчас осознаю, что я, наверное, для нее сделала меньше, чем она для меня. Хотя я ее очень люблю. Я живу для нее. Мамы для нас делают намного больше. Они вынашивают нас 9 месяцев. Они терпят жуткие неудобства во время беременности. Они терпят огромную боль, когда нас рожают. И потом они переживают и вот терпят эту боль всю жизнь. Фред для меня стал возможностью отблагодарить маму за то, что я вообще живу на этом свете. Огромное ей за это спасибо. Дивіться у наступній програмі. Вражаюча історія мами, яка попри страшну хворобу народила і виховала справжнього музичного генія. Наскільки вона була жертовна все життя, фактично поклала його на мене, на моє виховання. Історія сина, який понад усе хоче влаштувати свято для своєї мами. Шлях перемог. І оце я чекала 20 років. Поразок. Хлопці, не знімайте мене, будь ласка, я не готова до цих зйомок. Так, так. Ця робота коту підвіст. Материнська любов, яка не знає меж. Ні, не голодний. Шапочку одягаєш? Яку шапочку? Літо на дворі. 3 літри води протягом дня. 3 літри води. Прямо зараз. Зараз. Без солі, баба.